Полезный город. Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. В нашей студии Евгений Валов, руководитель кировского филиала компании «Ростелеком». Добрый день. Добрый день, Владимир. Одна из целей развития современных технологий – это, конечно же, облегчать жизнь человека, где бы он ни находился, на работе, дома или в другом месте. Еще недавно мы не подозревали о том, что, например, пускать человека в дом можно по звонку посредством домофона. В наших дворах появились системы видеонаблюдения, показания счетчиков можно передавать автоматически, ну и так далее. Множество просто функций. И доступ к современным ресурсам дает такая услуга, как Ростелеком ключ. Ленин двигатель пресс. И мы уже привыкли. Домофон — это ключ, подошел, считал, зашел. Да, соответственно, ты лежишь там дома на диване, моешься там в ванной, там тебе какой-то звонок, ты там вынужден там с намыленной головой бежать или там вставать с любимого дивана и идти, откуда-то пришел. Ну, и как-то так, ну, уже не камильфо. Счетчики, да, там все, мы уже растем, передача показаний сейчас везде, это раз в месяц надо показания передать, плюс их надо передать еще в определенный бы срок желательно, да. Ростелеком ключ — это очень комплекс, у нас устройство. Мы полностью призываем от счетчиков, которые сами по определенным там алгоритмам передают показания сразу управляющую компанию, либо вот в РИЦ формируют сразу счета, да, общедомовой туда уже ходит, баланс смотрится, счетчики. Также выходит это шлагбаумы, это периметральное видеонаблюдение за там подъездами, с детскими площадками, все прочее. Ну, и сам домофон, как новое развитие, это вызов на смартфон. То есть у вас все управление вообще происходит с смартфона. Плюс видеонаблюдение, которое мы используем, оно хранится в облаке. И если что-то случилось, да, не надо никого искать. Как обычно, там у нас локальное видеонаблюдение, что-то случилось, мы начинаем искать, у кого ключи от какой-то этой. Этот уехал в отпуск, с отпуска приехал, все данные уже перезаселили, все поздно. Как обращаться с этим оборудованием, да. Как отмотать назад. Да, вы зашли в приложение, вы зашли на камеру, отмотали и посмотрели все события, которые случились. Вот у нас буквально последние примеры. В Кирове там человека аккуратно внесли карман. Потом по камере посмотрели, это его попутчик, кого он привез. Я не знаю, кого он привез, но человек, его видно, что он к руку запустил и обнес. А в области у нас был случай, колеса прокалывали люди. Тоже поймали. То есть все. Вот. Это хранится, не надо ничего искать. Плюс, допустим, у нас счетчики используются там с датчиками на магниты, да, современно. Мы демонстрировали одной управляющей компании, когда поставили все, как работать с сервисом. Заходим, выгружаем, надпись «Магнит». Ну, то есть клиент, человек хотел обмануть. Да, да, как бы все, счетчик, я говорю, управляющая компания, вот, пожалуйста, иди туда, вот, с кровати. То есть вот, на самом деле, очень удобно. Весь комплекс услуг вот в одном смартфоне, я бы так сказал. Спасибо за информацию. Евгений Валов, руководитель кировского филиала компании «Ростелеком». Полезный город.